28 липня віряни відмічали День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Він був просвітителем Київської Русі. І на його честь випала досить важлива місія – обрати віру для народу. Этот выбор для него был очень сложный, ведь он был язычником, и языческая вера доходила до того, что приносили даже жертвоприношения людей, и это было очень и очень страшно. И после того, как к нему приходили послы с разных стран, миссионеры, которые рассказывали о своей вере, каждый нес свое. Святой равноапостольный князь Владимир очень заинтересовался этим, и он отправил своих послов, 9 человек, которые должны были побывать в разных странах и должны были прийти и рассказать, какая же вера действительно подходит для его народа. І коли вони повернулись до Володимира, то розповіли про переваги православної віри, яку сповідує Візантія. Адже вона несе любов, співчуття та мир людям. І князь Володимир прийняв рішення, від якого залежала доля народу. Та спочатку похрестився сам. А потім взяв священнослужителів грецьких, приїхав в город Київ, совершив велике хрещення Київської Русі. Но крещение Киевской Руси, оно затянулось даже на несколько столетий, потому что было разное противоборство, язычество не хотело отходить и принимать эту веру. Пострадало очень много людей за веру православную, но мы благодарим Господа в сегодняшние дни, что Господь даровал нам по мудрости святого равноапостольного князя Владимира святую православную веру, веру, которая несеться в серцях і душах мільйонів наших сограждан. Священний синод Української Православної Церкви прийняв рішення в День пам'яті рівноапостольного князя Володимира відмічати і День хрещення Київської Русі. Крім того, це й державне свято, адже ця подія знаменна для України та нашого народу. Каждый из нас должен дорожить той верой, которую оставили нам наши предки. Каждый из нас должен беречь ее и, будем говорить, передавать своим детям, передавать следующим поколениям, осознавая и понимая, что православная вера несет любовь, веру, надежду, дарует человеку действительно правильный путь к спасению души, правильному приготовлению, изменению своей жизни, потому что очень много грехов совершает каждый из нас, и мы должны правильно выбрать тот путь, по которому должны идти. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.